Thank you.
Мама, прости.
здесь вместе? Куда вы идете? В замок. Как славно! Я еду по лесу в замок, чтобы там отыскать принцессу. А я сегодня только узнала, что я от рождения принцесса. Принцесса? Лея. Принцесса Лея! Вас нет, Лея! Я принц, вы принцесса. Это судьба. Поехали вместе? Да. Будем петь дуэта всегда. Я не знал, что цветы улыбаться умеют. Но когда рядом ты под покровом небес, их улыбок не счесть. Птицы кружат, как феи, улыбается весь спящий сумрачный лес. Все земные цветы оживут под дождем. В каждой капельке ты, я хочу быть цветком. Все земные цветы оживут под дождем. Thank you.
называется. Говорят, кто тебя всю поцелует, сам уснет навек. Все, пойдем другого выцвестать.
возьми себе мое прощение. Я помню каждое мгновение. Твою улыбку, ветра шум, как память наша несвободная. Прости меня, прости сегодня. Прости меня, прости, прошу. Я дочь твою зову родной. Заклятие сгинет вслед за мной. Yeah.
Елена Иванович и победитель этапов Кубка России Денис Голубев. Наши король и королева, действующие чемпионы мира среди профессионалов, Елена Леонова и Андрей Хмальков. Призер чемпионата мира Европы, двукратный призер чемпионата России Артур Гачинский. Призеры чемпионата мира Европы, многократные чемпионы Литвы в танцах на льду, наши Эйн и Эритианта, Маргарита Дровянско и Польгас Бангас. Трехкратная чемпионка России, призер чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка, наша принцесса Лея, Щербакова! Здорово! И, конечно же, коллектив Литового театра под управлением Татьяны Навки и Петра Чернышова. Спасибо вам огромное за то, что сегодняшний вечер вы решили провести вместе с нами. Сегодня у нас 20-й юбилейный спектакль. И мы благодарны вам, что все эти спектакли мы имеем аншлаг. И вы нам так громко и здорово аплодируете. Спасибо, Санкт-Петербург! Счастья, радости и любви. И пусть все ваши мечты в этом году.